Места массовых гуляний объявлены территориями, свободными от алкоголя. В праздники, в том числе в новогоднюю и рождественскую ночь, на площадь Куйбышева нельзя будет проносить спиртные напитки. Все горячительное будет изыматься. С января 2014 года в силу вступают изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Они запрещают употребление алкоголя в общественных местах, на площадях, в парках, скверах. За несоблюдение законодательства любителям принять на грудь грозит штраф до 100 тысяч рублей или арест на 15 суток. Практика ограничения продажи и употребления алкогольных напитков в дни массовых гуляний действует в Самаре уже не первый год.